Представьте себе, что получится, если это произведение будет инсценировано и поставлено в различных театральных жанрах. Наверное, театральные пародии. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, Санька вышел. Друг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Пиф-паф, ой-ой-ой. Умирает зайчик мой. Привезли его домой. Оказался он живой. Так. Все ясно. Здесь все ясно. Мне все ясно. Начнем репетировать. Прошу всех на сцену. Всех на сцену, чтобы никого не звать. Занавес сразу давайте. Кукушечка маленькая моя, ты на месте? На месте. Ну и хорошо, она всегда на месте. Начали. Ку-ку. 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 Стоп! Когда вы будете знать текст? Один, два, три. Ведь это просто. Раз, два, три, четыре и пять. Понимаете? Автор думал, слова подбирал, понимаете? Пошли, 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 дальше, пошли, дальше. Выход зайчика. Стоп! Почему обязательно, если зайчик, то он прыгает, а? У автора вышел, вышел погулять, вышел. Вы гуляете, зайчик вышел погулять, может он погулять? Пошли, 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 дальше, пошли, дальше. Стоп, стоп, охотник вдруг выбегает, вдруг неожиданно, понимаете? Вдруг неожиданно выбегает охотник, неожиданно выбегает охотник. Может, неожиданно испугался, может выскочить. Ну, ведь это просто, очень просто. Дальше, дальше пошли. Прямо, прямо. В упор винтовку поставь, прямо в зайчика. Не бойся, стреляет прямо в зайчика. Пиф, паф. Ой-ой-ой. Какая-то в этом есть натяжка. От такого выстрела не умрешь. Ну не умрешь. А он у автора умирает. Можно настоящее ружье, что-нибудь стреляющее, чтобы убили зайца? Можно убить зайца по-настоящему? Ну? Умирает зайчик мой. Принесли его домой. Очень хорошо. Зарядите ружье и все сначала. Все сначала. Заново все. Ой-ой-ой, ой-ой-ой,
умираю. И Хлебодех всегда был рад. Пиф-паф, где ты? Номиль, пардон, я есть женат. Пиф-паф женат, вот потеха, ха-ха-ха. Умираю от смеха. Ах, знает тебе я ревность, Давай начнем сначала. Ах, зая, зажги огонь в очах. Зажгу! Ты видишь, что зай совсем зачах. Вижу! Ты видишь, как любит зай. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте! А ну-ка, дружнее! Здравствуйте! Очень хорошо! Кто умеет считать до пяти? Я! А ну-ка, дружнее! Вот и началась наша сказка. Я маленький, серенький зайчик. Зовут меня Непослушайчик. Я мамочку часто не слушал. Я плохо морковочку кушал, я баиньки поздно ложился, и вот результат, заблудился. Дети, никто не видел зайца? Куда он побежал? Туда! Ага, туда! Сейчас убью, убью. Пиф, где попал? Попал? Попал! Хорошо! Сюда на драмочку пришли, покинув мамочку, девочки и мальчики. Ох, непослушайчики! Отсюда сюда к мамочке вернулся после драмочки, девочки и мальчики. Чудо, послушайчики! Раз-два, раз-два, раз-два. Раз-два, три-четыре, пять, вышел зайчик погулять. Раз-два, три-четыре, пять, вышел зайчик погулять. Проба, проба. Ми, мэ, ма, мо, ми, мо, смысла. Ми, мо, мо, мо. Раз-два, три-четыре, пять, вышел зайчик погулять. Проба. Мы вам покажем драму «Пиф-паф! Охотник
и заяц. Кто прав, кто не прав? Думайте, 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 думай! Показали драму пиф-паф. Охотник и заяц. Кто прав, кто не прав? Мы показали драму пиф-паф. Охотник и заяц, кто прав, кто не прав? Наша кредо немногословность. Условность, 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 условность. Почему я как композитор-оперник тяготею к классике? Это у меня с детства. В детстве я очень любил играть в классики. Ребенком я любил пить чай, естественно, с пирожным и лучше всего с безе. Отсюда в сублимации ассоциации детства тяготение к Чайковскому, к безе и так далее, тому подобное, и так далее. Как сказал классик, надо брать музыку у народа и только обрабатывать ее. Так я и делаю. Поэтому, когда сегодня берешь у композитора, это, собственно говоря, берешь у народа, берешь у народа, берешь у себя. И главное, чтобы музыка была твоя. И кто говорит плагиат, я говорю традиция. Ой, ты травушка, мурака луговая, ой, ты заяча, стародушка родная. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять. Вышел! Я вышел в лес гулять, мне боязно, мне страшно. Моя душа предчувствием полна, моя душа, моя душа. Предчувствием полна, душа полна. Предчувствия его не обманули. Так вот вы где, вас мне надо. Вы съесть изволили мою морковь. Какой позор, какой позор, наш заяц вор, наш заяц вор. Какой позор, какой позор, наш заяц вор, наш заяц вор. Какой позор, какой позор. Не надо, правда, правда, правда. Сейчас, 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 сейчас.
сейчас. Пи-па! Ой-ой-ой-ой! Умирает зайчик мой. Ой, 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 ой. Принесут меня домой. Я живой. Ты еще неоднократно выйдет зайчик погулять. Ты еще неоднократно выйдет зайчик погулять. Ты еще неоднократно выйдет зайчик погулять.